darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ага, один минус башка. Другой черного. Там трое. Блин, я случайно броню купил. Ну, ребят, вы готовы тащить? Можешь дай мне бок, я дай мне бок, я тебе дай дам. Спасибо, сейчас. Сейчас бензик плечи правлю. Блин, ты что ты делаешь? В смысле правишь? Давайте крутиться, давайте крутиться. Да, хватит. А нет, давайте еще крутиться. Сразу видно, что мы снимаем. В смысле? Ну давай вот зарашим, я, может, это попробуем. На имбот врубили. А, читы, блядь, жопы махать, блядь. Через выходные поиграем. Девушка, вы заняты? Я просто интеллигент. Тебе не кажется, что ты слишком маленький для меня? Да я шучу, ну ты ж поняла, шутка, поняла. Ребят, ну вы видели, есть. Он пошёл твой прыщавый. Охерел бабки убегать, вообще охуел. Ребята, ну что, вы где? Стоянный, ты вроде писал. Кто, скажи мне, кто играет с расстрелкой? Сзади геймеры. У него плюс одна хромосома, в отличие от себя. Ну что он думает? Вот да. Видишь? Ты... Когда не раз. Дай мне убивать, двое, верно, мне только двое. Иду. Идем. Ярик, ты прямо в очко попал, просто не мог улететь. Как ты его не видел? Маша. Что? Где ты учишься? Я уже закончила учиться. Я не про школу. Прикинь, я закончила колледж уже, мне вообще-то 20. Я к тебе еду. Ооо, значит ты тетя, все ясно. Что? Старая. Ярик, с такими не знакомимся. Слава богу, потому что с такими как вы тоже не знакомиться. Я познакомился. В нижнюю тэшку шли, в нижнюю тэшку шли, принимай. В нижней тэшке минус 20 с чем-то там. У него в HP, да, значит. Все, мидл сзади, желтый сзади. Да. Молодец. Открывай из коробки, ребят. Три гопоря в коробке. Я прощу. Вчера обидно было. Блин, я мог бота взять. Слушайте, я редко захочу в КС-шку поиграть. Вчера обидно было. Арбой мид. Один в тёмку, наверное, пройдёт. Мид был. Всё, тёмка. Тёмка у вас. В HP. Идет уже, слева от тебя, выходит. Вышел. Вылетает. Вышел. Скаут. Нет, именно сити. В самом сити. Тихо, есть дай. Я его почти убил, но сука, мне все обиделся. Меня повысили. Класс.
Оскар, Гамбот 47 рублей. Я его буду 15 дней продавать. А, я знаю почему.